Приднестровье ждут туристов из Грузии. На выходных был ознакомительный визит. Приехали представители грузинских туристических фирм. Увидели Бендерскую крепость, Акватир и Квинт. В протяжении уже 5 столетий это главная достопримечательность города Бендера, который хранит немало тайн. В Бендерской крепости экскурсия. Все смотрят туроператоры из Грузии. Хотят возить к нам туристов. Визит ознакомительный. Узнают о нашей истории и местных легендах. В крепости призрак белой дамы. Она могла быть наложницей турецкого паши. Со своей судьбой Виорика не смирилась. Она неоднократно пыталась уйти из гарема. На выходе ее задержали стражники. Утром за ее непокорность паша приказал ее казнить. Ее сбросили со стен крепости. И в 19 и 20 веке утверждали, что в полнолуние появляется призрак в белом из этой башни. Он повторяет как бы маршрут Виорики. И вот когда белая дама останавливалась возле этой стены, как бы озираясь, солдаты стреляли по призраку. Когда и расчищали основание этой стены, то нашли пули. А вот те самые пули. Гостям все показывают, как и другие находки из крепости. Все интересно. День второй. Знакомство с Тирасполем. Первая остановка – Квинт. В программе – музей, лабиринты из бочек и дегустация. Вот такого, я не знаю, вот это вообще особенное место. Я могу сказать, что вот со всей уверенностью, что это вообще супер-бомба абсолютно. Я уверен, что многие мои коллеги, наши туристы, они будут просто рады приехать и посмотреть. Дальше Акватир. Кассетровым только в халатах и бахилах. Пока одни туроператоры устраивают рыбам фотосессии, другие расспрашивают о сборе икры. Перед отъездом сувениры. В туристическом инфоцентре в Бендерской крепости они на любой вкус. Брелоки, платки, традиционные костюмы и свистульки. Скупают все. Мне все здесь понравилось. Я влюблена в ваши сорочки, купила для себя мужские. И знаете, что вот целое детство я училась, что в этой области очень красивые цвета на одежде, потому что здесь длинная зима. Мы, например, в Грузии любим более темные, потому что у нас большая весна. Но я не знаю, может быть, в предыдущей жизни я отсюда, я так их люблю всех, что уже весь чемодан полный. Грузинские туроператоры обещают вернуться и привезти с собой туристов. В планах посетить север Приднестровья. Одной из самых главных задач этого всего, конечно же, это наладить взаимосотрудничество и обмениваться туристами. В дальнейшем планируем и дальше выходить и на другие страны, и знакомить их с нашими достопримечательностями. Ну и самое главное, на самом деле здесь у нас безопасно, и к нам можно приезжать, и даже нужно, и мы рады видеть всех гостей и с нетерпением ждем. Маршрут для грузинских туристов планируют сделать двухдневным. В Приднестровье рады гостям.